Улица Печорская парит. Авария на трубе отопления оставила без тепла больше 100 домов Самары. Лидия Гантимурова из дома номер 48 по улице Печорской об инциденте сначала сообщила соседка. А когда квартира начала остывать, женщина с мужем и сама почувствовала холод. Сейчас греются бытовыми способами и с нетерпением ждут завершения работ. Ну что, включил духовку. Греемся, духовка, как квартира. Холодно же в квартире. Ледяные батареи на улице все равно, хоть и ноль, но в квартире холодно. Выяснилось, что поврежден участок трубопровода, подающего отопление диаметром 500 мм. Ресурсники уже через час после аварии отключили подачу тепла, вскрыли асфальт на месте аварии и приступили к демонтажу трубы. Аварийная бригада определила место повреждения с точностью до сантиметров. И чтобы избежать подобной ситуации в будущем, было принято решение заменить не только поврежденный участок, но и следующий сектор трубы. В некоторых домах тепло не отключали, в остальные оно уже вернулось. На время ремонтных работ здания подключены по резервным схемам. Управляющая компания, нет, они все оповещены и все по возможности вот эту резервную схему включают. Есть несколько домов, которые работают на рециркуляции с разбором воды, там отопление, в принципе, есть. На месте работают две бригады – районная и аварийная, и 10 спецмашин. Завершить замену трубы и включить отопление обещают уже к 10 часам вечера. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.